Какую бы сумму они бы не просили, набрала этих разработчиков, сейчас все разработчики, которые есть, все на Аризоне. И то есть, я не знаю, сколько их там количество, но у них у каждого своя работа, и то есть они постоянно работают, работают, работают. И из-за этого обновления выходит очень часто. И из-за этого оно выходит очень качественно и в очень большом объеме. Потому что